Народный сети менеджер. Я на месте. Доброго времени суток, пермики. Я веду свой телеэфир из главного центра исследований сети менеджеров. Скоро нового сети менеджера, и мы решили узнать о нем все. Мы ищем, находим, перепроверяем факты, мы изучаем, исследуем и находим того самого нашего любимого и долгожданного народного сети менеджера. Народный сети менеджер. В главном центре исследований сети менеджеров наши специалисты в течение полугода бились над вопросом, какие справки должны быть у человека, пожелавшего стать сети менеджером. На первый взгляд может показаться, что это несущественный вопрос. Но если аналитик задумался, значит, он даст ответ, и ответ на вопрос, зачем нужна справка, очень прост и логичен. Для того, чтобы справка была. Например, справка по форме 086У. Наш центр выяснил, что данный официальный документ содержит врачебное заключение, которое обосновывает профпригодность человека к определенному виду деятельности. Какая справка должна быть у сити-менеджера? Вот что думают об этом пермяки и гости бывшей культурной столицы. Народный сити-менеджер. Скорее, сетевого стажа, работе в руководящей должности, справку о психическом здоровье, психиатра, нарколога и всех остальных врачей, как и все другие. С последнего места работы предоставим. Он в Новосибирске работал, может, там в Тамбове. Отсутствие судимости. А здоровье на справку. Еще какие справки? Ну, возможно, нет, о доходах не надо. Наверное, адекватность его. Обследование прийти медицинское. На соответствие с головой все нормально. Народный сети менеджер. Народ не обманешь, но мнение специалиста для аналитического телеэфира важнее. И меня уже ждет главный по справкам, а именно независимый эксперт сити-менеджеровед Алексей Борисович Бессонов. Выхожу. Условная фигура, загадочная и противоречивая. А у нас на крючке загадочная фигура. Мы найдем эту справку и покажем гражданам все его болячки. Там любой психиатр скажет, что вот такой странный взгляд, боязливые глаза, такое желание выдать себя за суперположительного и так далее с плакатов, это признак определенных психических расстройств. Эту справку мы достанем и гражданам покажем. Справки об отсутствии судимости то же самое не предоставим. Мы эти справки достанем, покажем и с гражданами поговорим и обсудим. Он имеет какие-то определенные интерес к искусству, особенно к современному искусству. У него содержит, так сказать, определенный музей, где встречаются очень подозрительные личности. И за этим музеем мы также установим наблюдение. Выставим аппаратуру, пошлем туда сотрудников и все доложено, расскажем. Мы занимаемся сейчас очень плотно кандидатом Попковым. Его биография – это сплошной знак вопроса. То есть у него внутреннее экзистенциональное либидо, оно, так сказать, проецирует на окружающих определенные странности. Но это показатель какой-то неуравновешенности. Поэтому мы сейчас вот этим фактом занимаемся. Главный центр исследований сити-менеджеров продолжает свою работу. Мы максимально тщательно изучаем наших кандидатов, но решать, кто станет народным сити-менеджером, только вам. Голосовать за кандидатов можно и нужно на сайте самой народной телекомпании «Уралинфо». До завтра. Я поднимаюсь.